городе Нерюнгри на базе Южно-Якутского технологического колледжа завершился зональный этап игры «Министр». В деловой игре приняли участие молодежь из 4 муниципальных районов республики – Ленского, Мирницкого, Алданского и Нерюнгринского. Всего 48 участников, 6 команд. О проектах команд и победителях игры в сюжете Екатерины Павловой. В первый день деловой игры на открытии капитаны команд вытянули свои билеты. Командам было задано в течение 3 дней решить 3 задачи. Было некое сомнение, что у ребят не очень высок уровень познаний социально-экономического развития республики Саха-Якутия, но на протяжении 3 ночей ребята смогли самостоятельно найти источники, изучить программы. Ну и, конечно же, они показали очень хорошие проекты, которые вполне могут быть реализованы в нашей жизни. На протяжении всей игры работали психологи, проводили тренинги на командообразование и оказывали психологическое сопровождение каждой команде. Участники игры «Министр» – молодые, активные, перспективные специалисты в возрасте до 35 лет. Это молодежь самых разных профессий. Были задания сложные, но мы как команда находили выходы, потому что кто-то знает эту область сферы, кто-то другую область. И с этой стороны, конечно, нам было легче, потому что мы были командой. Поиск и обмен идеями инновационного характера, выработка практических рекомендаций по их осуществлению. 3 дня участники трудились над проектами. С ними работали эксперты, которые давали практические советы по реализации той или иной идеи. В заключительный день игры прошла публичная защита проектов. Командой «Белый», которая заняла первое место, предложен проект с громким названием «Якутия – территория неисчерпаемых источников энергии». Командой было принято решение, чтобы начать развивать также и альтернативные источники энергии. Было очень бурное обсуждение, дискуссии и так далее, но пришли к выводу, что водородная энергетика тоже имеет место быть. В связи с этим мы представляли тему по развитию водородной энергетики в республике Саха-Якутия. Название игры «Министр» – это аббревиатура «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс республики», означающая и то, что ее победители попадают в кадровый резерв Якутии. На зональном этапе игры в Нерюнгри были выделены 4 участника и приглашены на республиканский этап деловой игры. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Яломосов, Нерюнгри.